Семья султана поздравляет вас с праздником. Не торопитесь. Спокойно. По очереди, не толкайтесь. Ну что это такое? Сюмбюль, ага, я поражен. Как ты воспитываешь девушек? Не твое дело. Ты давай работай. Не порт мне праздник, не зли меня. Тоже мне воспитатель. Как не стыдно, что вы устроили? Успокойтесь. По очереди. Ну, в саду уже все готово. Да, я хатун. Я всю ночь не спал, чтобы успеть подготовить все. Спасибо, Нигяр Калфа помогла мне. Да, мы все сделали. Гюляга такую ашуру приготовил. Ну, райское наслаждение. У тебя, оказывается, кулинарный талант, Гюляга. Представляю эту ашуру. Отрава. Нет, неправда. Он добавил розовую воду. Очень вкусно. Шакирага ее даже оценил. Диво, розовая вода. Отведаем. И я иду в сад. И Валиде Султан сейчас придет. Кем это она, не знаешь, Сюмбель? Это Нилюфер. Новая служанка нашей госпожи. Нигяр Калфа, я хотел тебя спросить насчет Хюрем Султан. Почему у тебя с ней испортились отношения? Из-за тебя, Сюмбель. Со священным праздником вас, матушка. И тебя, красавица моя. С праздником, Валиде. Благодарю, дорогая, и тебя с праздником. А Мустафа где? С Лютфю Пашой во дворце, на церемонии празднования. Мой внук во дворце. Султана нет, и Мустафа замещает отца. Храни его, Аллах. С великим святым праздником, Валиде Султан. И тебе, милая. И если бы я знала, я Мехмета и Селима тоже отправила бы на праздничную церемонию во дворец. В этом не было необходимости, иначе бы тебе сообщили с праздником. С великим праздником, Валиде Султан. И тебя, дорогая.